Начинаем разбор этой композиции. Первая фраза звучит так. Прижимаем третий лад на первой струне и играем вместе с шестой открытой струной. Далее прижимаем второй лад на первой струне. Далее опять третий лад на первой струне. И опять второй лад на первой струне. Заметьте, я играю это мизинцем и указательным пальцем, для того, чтобы было удобнее поставить следующий аккорд. Далее мы выставляем аккорд под названием C от 9. То есть ставим средний палец на пятую струну, третий лад, безымянный палец на третий лад второй струны и мизинец на третий лад первой струны. Вот аккорд звучит так. Здесь мы играем пятую и первую вместе, потом вторую струну, опять первую. Далее поднимаем безымянный палец и указательный ставим на первый лад второй струны. Целиком звучит так. Целиком фраза звучит так. Следующая фраза является повторением первой фразы. Следующая фраза звучит так. Следующая фраза. Здесь мы ставим мизинец на первую струну третий лад и начинаем играть перебор с третьей струной. Третья открытая, вторая открытая и дальше первая струна вместе с шестой открытой струной. Третья прижатая, у нас третий лад. Дальше третья открытая, потом указательный палец ставим на второй лад первой струны, дальше мизинец ставим на третий лад первой струны, дальше опять играем третью открытую, вторую открытую, потом второй лад на первой струне и третий лад на первой струне. Далее ставим уже знакомый аккорд C от 9.
средний палец на пятой струне, третий лад. Дальше третья открытая струна, третий лад на второй струне и третий лад на первой струне. Далее третий лад на третьей струне, третий лад на второй струне. И убираем безымянный палец, ставим указатель на первый лад второй струны и его извлекаем. Звучит вот так. Еще раз в медленном темпе проиграю. Целиком фраза звучит так. Следующая фраза, она звучит так. Здесь ставим безымянный палец на шестую струну, третий лад. И играем вместе со второй струной. То есть шестая, вторая, потом третья открытая. Далее первый лад на второй струне, третья открытая. Третий лад на второй струне, третья открытая. И вторая открытая, и третья открытая. Дальше мы ставим аккорд D. И играем такой перебор. Четвертая и третья струна вместе. Вторая струна. Третья струна. Вторая. И первая струна. Целиком это звучит так. Следующая фраза звучит так. Начинается она с третьей открытой струны. Далее мы прижимаем четвертый лад на четвертой струне мизинцем. Обратите внимание, мы прижимаем мизинцем для того, чтобы потом перейти на аккорд Е. Это гораздо удобнее, нежели вы прижмете с безымянным или средним пальцем. Далее мы играем третью открытую и шестую открытую вместе. И при этом ставим аккорд Е сразу же. Дальше мы играем пятую струну, она у нас прижата на втором ладу. Далее четвертую струну, она также прижата на втором ладу. Дальше убираем аккорд, играем третью открытую струну, прижимаем второй лад на третьей струне. Дальше ставим аккорд С, но не полный, без указательного пальца. Играем пятую и вторую. Здесь вот пятая струна у нас прижата на третьем. Играем пятую, вторую, потом играем четвертую, она тут прижата, и второй лад, и третью открытую. Звучит так. Следующий элемент, вторая открытая струна, первый лад на второй струне, и ставим аккорд G. Но аккорд G немного видоизмененный, мизинец не на первой струне, а на второй струне. Играет шестая и вторая струна. Далее играет четвертая открытая струна. И третья открытая струна. Потом мы убираем мизинец и указательный ставим на вторую струну, первый лад. И далее открытая вторая струна. И ставим аккорд D. Играем четвертую и третью струну вместе, вторую струну и первую струну. Целиком фраза звучит так.
Следующая фраза похожа на ту, которую мы уже играли. Звучит она так. Следующая фраза звучит так. Фраза начинается с третьего лада на шестой струне вместе со второй открытой струной. Далее третья открытая струна, первый лад на второй струне, третья открытая струна, третий лад на второй струне, третья открытая струна. И переносим руку к седьмому ладу, мизинец играет седьмой лад на первой струне. И далее третья открытая струна. Потом ставим вот такой аккорд, это разновидность аккорда D. Здесь мы играем мизинцем пятый лад на первой струне вместе с четвертой открытой струной. Потом третий лад на второй струне и второй лад на третий. И опять третий лад на второй струне. Звучит так. Следующая фраза звучит так. Как вы видите, она похожа на предыдущую фразу. Единственное отличие — это вот этот ход. То есть 4 ноты. И дальше повтор предыдущей фразы. Здесь мы ставим 4-й лад на 3-ю струну. Второй лад на третьей струне, открытая третья струна и четвертый лад на четвертой струне. И дальше пошло повторение. И последний такт немного отличается. Там нет последней ноты. Играется только, ставится также аккорд D. Но играется четвертая открытая вместе с третьей. И вторая струна. Следующая фраза звучит так. Она состоит из двух элементов. Первое – это вот такой пассаж. Назовем его ход. И аккорд ЕМ, который играет с перебором. Так, первый ход мы играем. Третья открытая струна. Второй лад на третьей струне. Третья открытая струна. И четвертый лад на четвертой струне. Постарайтесь запомнить этот ход сразу же. Еще раз, несколько раз в медленном темпе проиграю. Далее ставим аккорд ЕМ, играем шестую и третью струну, они открытые, и далее перебор пятая, четвертая, пятая. Следующая фраза звучит так. Вторая фраза состоит из, также из хода и аккорда C от 9. Аккорд C от 9 ставится следующим образом. Безымянный палец ставим на третий лад пятая струна, средний палец на второй лад четвертая струна и мизинец ставим на третий лад второй струны. Альтернативный вариант пальцев — это вот такой, средний палец на пятую струну, указательный палец на четвертую струну и безымянный палец на вторую струну. Вот так отыграли ход. Поставили аккорд C от 9. Играем пятая, третья струна, четвертая струна, третья и вторая струна.
Следующая фраза звучит следующим образом. Начинается она с третьего лада на шестой струне и в третьей открытой струной. Играются они одновременно. Далее мы прижимаем второй лад на третьей струне. Играем открытую вторую струну. Прижимаем первый лад на второй струне. Играем третий лад на второй струне. Далее вторая открытая струна. Второй лад на третьей струне. И третья открытая струна. Получается такой пассаж. И дальше мы ставим аккорд D. Играем четвертая и третья струна одновременно. Потом вторую струну, третью струну и вторую струну. Все вместе это звучит так. Следующая фраза звучит так. Здесь также два элемента. Это ход. Средним пальцем прижимаем третий лад на первой струне. Мизинцем пятый лад на первой струне. Опять третий лад на первой струне. И второй лад на первой струне. Также постарайтесь его сразу же выучить. Еще раз проиграю. И дальше аккорд Е. Но вот здесь ничего не прижимается. То есть играется шестая открытая. И третий лад на первой струне. И перебор открытая третья. Открытая вторая. И открытая третья. Все вместе звучит так. Следующий элемент также состоит из хода, который вы уже знаете. И аккорда C от 9, который был в вступлении. То есть ставим аккорд C от 9, это средний палец на пятую струну, третий лад. Безымянный палец на третий лад второй струны. И мизинец на третий лад первой струны. И играется перебор. Пятая, первая, третья струна, вторая струна и опять третья струна. Все это вместе звучит так. Следующая фраза звучит следующим образом. Начинается она с того же самого хода. Далее мы указательным пальцем переносим на третий лад первой струны. Играем вместе с третьей открытой струной. Потом безымянным пальцем прижимаем пятый лад на первой струне. Далее указательным пальцем переносим на седьмой лад первой струны. Далее восьмой лад средним пальцем на первой струне. Мизинцем десятый лад. Потом указательный палец, седьмой лад, первая струна. Мизинец, десятый лад, вторая струна. Далее средний палец на восьмой лад, второй струны. И ставим малое барре. То есть одним пальцем прижимаем сразу три струны. Играем вместе с четвертой струной. Вторую, четвертую. Потом третью, вторую, третью. И мизинцем прижимаем десятый лад на первой струне. Все вместе это звучит так.
Дальше повторяется полностью вся мелодия и завершается аккордом ЕМ7. К аккорду ЕМ добавляется мизинец. Его ставим на третий лад второй струны. Получается аккорд ЕМ7.